Доброе утро. Сегодня здесь должен принимать депутат городского совета Мартынюк Ярослав Романович. Сегодня первый понедельник этого месяца с 9 до 11. Калинина 30, комната 301. Сейчас пойдем посмотрим, как он принимает. Пару вопросиков зададим. Здесь закрыт зал заседания 301. Добрый день. Хорошо. Прошу прощения, пресса. А скажите, в 301 кабинете сегодня должен принимать Мартынюк Ярослав Романович, депутат городского совета. Это Пизнишица скики. Насколько я знаю, у нас, по-моему, с часу до трех. Написано в интернете с 9 до 11. Мартынюк, да? Да. Олечка, это... а депутат Мартынюк, городской. В какое время принимает? Городской, да. Это же городский, у нас такой депутат. Да. Городской. Не знаю, в интернете обозначено. Я сказал, что в интернете написано, что он с 9 утра должен принимать. Я снимаю нас на видео. Там все даже снимают. У нас принимаю в выконкоме депутат, с каким надо туда звертать. Ага, понял. Спасибо большое. До свидания. Ну что, избиратели могут смело разыскивать Мартынюка Ярослава Романовича. Тяжело, по-видимому, его найти. Будем искать. Мы хотим узнать, как работает депутат.